ладно, допустим, ты меня уговорил. Да ладно! Дави! У меня получилось! Охренеть! Чё твори, про меня зовут Сергей Олези, бро, сегодня. Сегодня мы опять пишем одного из моих одногруппниц. Как ты понимаешь, у меня много одногруппниц, и мы будем писать им почти всем. Потому что, как я и говорил, каждая вторая это шкура. А то, как вам нравится, как я их развожу, то это только мотивирует меня еще сильнее снимать такие видео. Потому что вы это смотрите, лайкаете. И, бро, пока я не забыл, на прошлом видео у нас не получилось сделать равное количество лайков и дизлайков, потому что, ну, его YouTube блокнул, да и вы не особо старались, но на этом видео, я думаю, вы уже постарались, поэтому... Давайте попробуем над этим видео набрать одинаковое количество лайков и дизлайков. То есть 1500 лайков и 1500 дизлайков. Суприбанда, разве мы не можем этого сделать? Разве мы не сможем сделать, чтобы было одинаковое количество лайков и дизлайков? Так что давай опускайся ниже и ставь нужную оценку. Лайк или дизлайк. Причем здесь дизлайк будет то же самое, что и лайк. А лайк то же самое, что и дизлайк. Так что, бандит, ты можешь вообще спокойно ставить лайк или дизлайк. Это то же самое, что лайк. Или то же самое, что дизлайк. Так вот, о чем это я? Мы немного отклонились от темы, немного предыстории. Мне это нужно, потому что иначе вы не будете понимать сути. Это как бы моя одногруппница, только она с параллельной группы. Она учится о том же самом, что и я, тот же самый курс, просто параллельная группа. Шарите? И вы, наверное, спросите, как ты с ней познакомился? Я, наверное, подкатил к ней. Нет. Она сидела на подоконнике, ревела, я подошел, спросил, что случилось. Она меня сразу обняла и... Я понял. Сегодня будем снимать видео. Окей, бро, на самом деле, она мне рассказала историю, что ее бросил парень. Да, именно на такой почве можно надавить на шкуру, и она скинет тебе фотографию. Окей, сегодня попробуем показать это, как это делается, как нужно давить на нее, на шкуру причем, потому что нормальная девушка не будет этого делать, но я думаю, она это сделает. Да, я такая мразь, что воспользуюсь той ситуацией, что ее бросил парень. Окей, бро, мы на месте, но знаешь, шкура, шкура, но все-таки она моя однокрупница, поэтому в первую очередь мы переписываемся с моей однокрупницей, а только потом уже шкурой. Окей, ее зовут Мелисса. Да, такое необычное имя. Привет, помнишь меня? Начнем из этого диалога, потому что ранее мы с ней не переписывались, и нам нужно как-то привлечь ее внимание. Но скорее всего, что она меня помнит, потому что как можно забыть того, кто успокаивал тебя на подоконнике? Привет. Нет, напомни, пожалуйста. Я Сергей из параллельной группы. Сегодня мы с тобой говорили. Я там стоял, успокаивал ее, говорил, что он ее недостоин. А она просто даже не помнит меня. А, точно, Сережа! На фото ты совсем другой. И чё, блин, как на это реагировать? В жизни я уже все, да, не то? Спасибо. Ты на фото очень красивая. Окей, я это писал с целью оскорбить. Спасибо большое. Окей, в принципе, она нас вспомнила, и теперь мы можем начинать действовать дальше, а то есть писать из-за его бывшего парня, который ее только недавно бросил, из-за которого она просто ревет ночью, а там уже можно как-то и продолжить разговор. Если вы понимаете, о чем я думаю, вы понимаете, о чем я, потому что мы с вами типа на одной волне. Так что ты решила уже со своим бывшим парнем? Просто забьешь на него? Посмотрим, что она ответит на это. Если она скажет «да», забью, то я даже не знаю, что потом делать. А если она будет реветь, типа говорить «нет, не могу», то мы продолжаем действовать. И я уверен, что в таком случае, именно в таком случае, именно в этой ситуации у нас все получится. Не знаю, он все еще не выходит у меня с головы. И то, что он сделал, я просто весь день реву. Окей, то, что он сделал. Вистика, она мне сказала, что он якобы ей вроде бы изменил. Не знаю, из-за этого реветь? И чего, реветь из-за какого-то парня? Окей, если честно, я не верю, что у меня получится выпросить ее фото, но было бы неплохо, поверьте. Наверное, каждый бы мечтал выбросить фотографию своей одногруппницы. А я это сделаю, в принципе, да, так-то? За Суприбанду. Не знаю, он был для меня всем. Интересно, сколько они встречались, что она так к нему привязалась? Не стоит на нем зацикливаться. Мне даже кажется, что он тебя недостоин. Окей, попробуем давить на нее на то, что она очень хорошая, как для него, и... Ну, девушки текут от комплиментов, я думаю, мы об этом знаем. Посмотрим, что с этого получится, а возможно, получится. Не знаю, я все еще люблю его, и не знаю, что с этим делать. Перестань, тебе нужно найти другого. Хотя бы на то время, пока не забудешь его. А насчет другого парня, я думаю, понимаете, на кого я намекаю, да? Не то, чтобы я хотел с ней быть, но думаю, было бы интересно посмотреть, как это было. И вообще, это делаю только в рамках того, чтобы ее развести, чтобы сделать контент для видео. Я не смогу, мне нужен только он. Да и если так, то кому я нужна? О, тут уже началось падение ЧСВ. Да. Перестань, ты нужна всем. Чего у тебя такая самооценка заниженная? Не знаю, он постоянно говорил, что я некрасивая, что у меня нету фигуры. Окей, вот сейчас просто жестко нужно начинать действовать. Да ну нет, я видел твою фигуру, у тебя все хорошо. Любая нормальная девушка на это ответит, что пошел ты, ну вы поняли, да? Типа, какого ты на меня смотришь? Посмотрим, что же ответит нам эта девушка. Ты правда так думаешь?
Окей, я никогда не ошибаюсь в выборах разводшкуры, понятно? Да. Я видел, только не бей. Чего? Я чё-то не против. Окей, все, я перестаю снимать видео и еду к ней. Я в шоке. Раньше такого как бы не было. Тогда может дашь поближе рассмотреть? Это было проще, чем я думал. И как ты хочешь разглядеть? Ну, ты скинешь мне фото, и тем более, этим ты ему насолишь, он будет злиться. Окей, теперь мы в принципе можем просить у нее фото за то, что мы будем ее так званым парнем, чтобы бесить ее парня. Ее фото это будет наша зарплата. А как он узнает, что я скинула тебе фото? Ну так уж и быть, я готова недолго стать твоим парнем, чтобы он побесился. А ты взамен мне фото? Окей, посмотрим, что она на это скажет. Потому что любая девушка, которая изменил парень, захочет ему как-то отомстить, насолить, чтобы он приревновал. Да вообще, если даже просто расстанутся, она захочет, чтобы он ее приревновал. Да и скорее всего, что она захочет, чтобы он ее увидел с другим парнем. Интересное предложение. И поверь, он будет сильно злиться. А тебе это всего-то одно фото, которое ты сделаешь за пару сек. Окей, просто идеальное предложение. Я ей помогаю, она мне. Но она не знает, наверное, что я сейчас снимаю видео, чтобы ее развести, чтобы показать пацанам фото. Ну ладно. И какое же фото ты хочешь? Ну, обнаженное. Не забывай о том, что он будет сильно злиться. Я не знаю, зачем я это написал, но почему бы ей не напомнить об этом? Она уже забыла. Ого, ну ладно. Допустим, ты меня уговорил. Да ладно! Да ну! У меня получилось! Охренеть! Я не знаю, я в шоке, кого? Окей, вроде бы не первый раз, но... Офигеть! Я тупо развел свою одногруппницу. А чего добился ты? Вот это поворот, такого даже я не ожидал. Я не ожидал того, что это будет так быстро, камон! Если честно, я не знаю, я удивлен. Я не думал, что у меня получится это видео. Если честно, я его делал вообще так, чтобы только было. А тут еще контент подъехал. Камон! Мне, я не знаю, мне прям это не верится. Так, она что-то печатает. Фу, она реально это сделала. Ай, блин, камон. Тебе пойдет такая ЗЗП? Это так тупо. Господи. Господи, почему всем, кому я пишу, это шкуры? Как будто мой круг общения состоит только из них. Вполне. Слушай, а может еще и вверх? Начало у тебя уже есть. Не знаю, зачем я это пишу, но вдруг получится у нее выпросить еще и вверх, то есть бюст. Типа попробуем додавить на нее, типа как прибавка к зарплате. Это уже перебор, ты наглеешь. Ну а я буду еще стороннее показывать из себя твоего парня. Мы с ней попереписывались где-то минут 10, и она уже скинула мне фото. Знаете, я не удивлен, что ты изменил парень, вообще-то. Камон, она сама с первого раза уже отдается. Нет, не наглей, после всего этого может быть скину. Чё? Она еще может... Господи, ай, блин, вы серьезно? Зачем? Зачем? Ну, ловлю тебя на слове. Ладно, мне пора идти. Убегаешь? Да, убегаешь, чтобы тебя больше не видеть. Да ну нафиг, я не знаю. Я просто не верю, что у меня получилось. В первом виде она показалась мне какой-то хорошей, милой девочкой, которую изменил парень и бросил ее. Ну, а на деле это просто тупая шкура. Окей, бро, вспомним то, что ей изменил парень. Господи, она... ей изменил парень. Она только ревела, она о нем скучает. Заметьте, она говорила, как сильно она его любит и не может без него. Но как только речь зашла о том, чтобы ему насолить, она сразу же согласилась на фото. Окей, почему каждая шкура такая? И, в принципе, можно даже снять видео, каждая шкура такая. Кстати, я тут кое-что вспомнил, банда. Ко мне в Юстик скоро приходит новый препод. Но я не знаю, ли это будет преподаватель, или это будет преподща. Если это будет преподща, то, скорее всего, и будет новое видео. Я думаю, вы ждете, поэтому напиши в комментариях, где ты ждешь новое видео с преподщей. Если это, конечно, будет препод, а не препод. Окей, брат, также не забывай пройти на какое количество лайков и дизлайков, поэтому опускайся ниже и ставь оценку, которую надо. Спасибо за лайки и подписку, ведь если ты подписался на мой канал, то ты вступил в мою супер-банду. И также коммент из-под прошлого видео. Господи, это выглядит, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев. А, ну да. Вот, всех сразу обнял. Окей, бро, если ты хочешь, чтобы я тебя обнял, то опускайся ниже, жми на лайк, колокольчик. И пиши свой комментарий, и ты уже в следующем видео. Вот такой вот простенький, блядь, ко мне видео. Оставайся таким шикарным, бро. Пока!